Да будет и этот младенец крещен по повелению и обетованию Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа. А почему он выбрал именно его? Иоганн Себастьян, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всемогущий Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший тебя от воды и духа, да сохранит тебя в жизнь вечную. Господь да охранит вхождение твое и выхождение твое отныне и вовек. Он слышит. Аминь. Один из всех, он в самом деле слышит гармонию небес. Не просто слышать, но и понимать. Язык небесной музыки он станет. Не только понимать, но и изъясняться научится на этом языке и людям передаст свою науку. Похоже, вы забыли обо мне. Я не забыл. Позволено его мне искушать? Позволено. Благодарю покорно. Поверьте, постараюсь, что есть сил. Прошу прости меня за то, как распоряжаюсь тем, что не принадлежит мне. За мое роптание и жалобы прости меня. Об одном прошу, чтобы ты и впредь был рядом со мною. Коснулся и утешил меня. Дал мне силы и укрепил в день последний, когда предстану пред троном твоим.